Итак, продолжим. Создадим декоративные элементы для нашего первого здания. Первое, что сделаем, создайте вот такой вот сплайн по нижней части здания. Это будет наш цоколь. В свойствах линии в рендеринг свитки поставьте галочку Enable in Viewport. И в радиал поставьте Sinkens 0,15 метра. Мы как бы задали видимую толщину для сплайна. Так будет удобнее моделировать. Там, где у нас есть ворота, нам нужно сделать обрыв. Также в этом месте, где дверь, и в этом месте. Сейчас я сделаю. В Selection выбираю вершины. Далее в геометрии выбираю Refine и добавляю точки на линию. Затем выделяю сегмент и удаляю. Далее применим модификатор Sweep. Все эти операции нам знакомы по предыдущим урокам. Для секции выберем Use Custom Section и выбираем секцию специально подготовленную, подредактируем расположение цоколя, а секция у нас имеет вот следующий вид. Секция называется Shape 01B1. Получили такой замечательный цоколь. Если вы обратили внимание, я ввел два дополнительных цвета, бежевый и вот такой вот голубоватый. Это для наглядности, чтобы хорошо отличались элементы друг от друга. Первый материал — это DeckTemp, декоративные, для декоративных элементов, и WindTemp — это для окон и каких-то других элементов. Материалы в Ray MTL. Назначим на наш цоколь материал DeckTemp. Теперь создадим вот такой вот парапет между первым и вторым этажом. Для этого создайте вот такой вот сплайн. Подредактируем его немножко. Для этого создайте вспомогательный объект helpers, объект tape measure. Включите привязку трехмерную и создайте вот таким вот образом вспомогательный инструмент рулетку. Далее в свитке reference координат system выберите пик и укажите на нашу рулетку. Мы сделали это для того, чтобы мы могли двигать вершины, к примеру, сплайна строго по линии рулетки. Возможно, у кого-то здание имеет неправильные углы. Тогда, если мы будем двигать просто по какой-то координате, у нас будут искажения. А так мы будем двигать четко вдоль линии рулетки. Далее выделяем наш сплайн, подредактируем вершину. Выбираем вершину и будем двигать вдоль нашей рулетки. Для этого в Reference Координат System выбираем Tape 01. И теперь можем смело двигать линию вдоль фасада нашего здания. И при этом мы не имеем никаких искажений. Далее применим к нашей линии модификатор Sweep. И выберем следующую секцию для нашего модификатора. Секция называется Shape 01B1. И получаем вот такой вот замечательный парапет для нашего здания. Если по каким-то причинам у вас секция развернута
не в ту сторону. В C параметрах, как мы уже применяли, есть галочка Mirror, либо угол разворота. Сделаем пару редактирований. На фотографии линия данного декор элемента у нас совпадает четко с окончанием окна первого этажа. Мы видим, что на сетке фасада есть места, которые можно подредактировать. В частности, оконный проем. Выделим вершины и немножечко подтянем вверх. Теперь все в порядке. Далее подредактируем немного линию парапета. На этом декоративном парапете есть вот такое вот углубление в области окна. Его можно сделать двумя способами. Первый — перевести наш парапет в Edit Poly, добавить ребра и подредактировать полигоны. Второй способ — тем же модификатором Sweep. И сейчас я его покажу вам. В свитке модификатора объекта вернитесь в Client. В Edit Geometry выберите Refine и создайте две точки в нужном месте. И далее выберите сегмент необходимый и просто удалите. И вот получится такая вот геометрия. Далее отключите пока модификатор Sweep. Оставьте только линию и создайте еще одну линию. Включите трехмерную привязку и привяжитесь к следующим вершинам. Теперь применим к этой линии модификатор Sweep. Для этого скопируем Sweep из предыдущего объекта и вставим. Теперь нам нужно выбрать другую форму для данной линии. Для этого выбираем пик и выбираем следующую форму. Форма называется Shape03B1. Она отличается от предыдущей только вот этой более укороченной частью. Теперь посмотрим, что получилось. На этом парапете у нас еще есть такое углубление вот в этом месте. Сделаем следующее. Выделяем данный объект. Возвращаемся в свитки модификаторов Client. Selection выбираем вершины и сделаем Refine, добавим точку примерно вот в это место. Далее в Selection выбираем сегмент и выделяем следующий сегмент вот этой точки. Теперь в свитке геометрии нажимаем Detach и как бы создаем отдельный сплайн. Создали сплайн. Выходим из выделения. Теперь выделим данный объект и скопируем у него модификатор Sweep и применим его к созданной линии. И получаем нужный нам объем. Теперь создайте еще одну линию. Вдоль фасада с разрывом вот в этом месте, там где окно на фронтальной части. Примените модификатор Sweep со следующими параметрами. Длина 0,65 метра, ширина 0,1 метра. В Sweep параметрах по X поставьте 0,05 метра. Теперь посмотрим, что получилось. Вернем наши вспомогательные плоскости, на которых лежит текстура, и посмотрим
попали ли мы в размеры. Вроде все в порядке. Следующее, что мы сделаем вот этот зубчатый декор элемент. Выделите плоскость текстуры и спрячьте другие объекты. Щелкнем правой кнопкой и нажмем Hide Unselected. Далее зайдем в панель Create и создадим плоскость. Трехмерная привязка должна быть включена по вершинам. Object Type должна стоять галочка AutoGrid. И вот от этой вершины создадим плоскость. Количество сегмента плоскости должна быть стоять по единице. Теперь конвертируем плоскость в Edit поле и подредактируем расположение. Опустим вниз. Далее подредактируем расположение вершин. Выделим следующие две вершины. Включим ограничение движения вдоль edge. И подредактируем следующим образом. И сверху также. Далее выделим следующее ребро, снимем ограничение constraints, поставим на none и preference координат system, в данном случае можно выбрать parent. Зажимаем клавишу shift и вдоль оси x создаем полигон, выделяем следующее ребро и вдоль оси y также создаем полигон. Далее выделим полигоны. Зажатой клавишей Shift создадим копию. Clone to element. Не забываем привязывать. И таким образом до самого верха копируем этот элемент. Скопировали до самого верха, до вот этой вот линии. И теперь подредактируем вершины, чтобы все четко стало на свои места. Теперь выделим все вершины объекта и объединим их. В Weld Settings, как обычно, поставим минимальное значение 0,01 метра и нажимаем ОК. Объединили вершины. Теперь применим к объекту модификатор Shell. Зададим толщину. Outer Mount поставим 0,05 метра. И выйдем из изоляции и посмотрим, что получилось. Посмотрим геометрию нашего объекта. И мы видим, вот, допустим, вот в этой части вот такое вот темное пятно. Здесь, с этой стороны на объекте. Это неправильные группы сглаживания. Необходимо назначить группы сглаживания. Зайдем в модифер листе и выберем модификатор Smooth. И нажмем галочку Auto Smooth. Я рекомендую делать так для всех объектов. После применения модификатора Smooth артефакты у нас исчезли. Теперь скопируем этот объект. Копировать мы будем при помощи операции Mirror. Нажимаем Mirror, Mirror Axis ставим Z и Clone Selection ставим Copy. Нажимаем ОК. Теперь передвинем на нужное место. Я предварительно создал рулетку и вдоль нее выберем рулетку и вдоль нее перемещаем наш объект. Таким же образом создайте данный декор элемент с этой стороны, либо можно просто его скопировать. У вас должен получиться вот такой вот результат. Безусловно, что-то где-то вам нужно будет
подтянуть, возможно, в области окон на фасаде и так далее. Дальше что мы сделаем? Мы сделаем вот этот арочный элемент над окном. Вернем нашу вспомогательную плоскость с текстурой, выделим ее, также выделим фасад здания и сделаем изоляцию. Далее включим трехмерную привязку по вершинам и зайдем в Create Shapes и выберем арку. Далее Object Type поставим AutoGrid и привяжемся вот к следующим двум точкам и примерно повторим радиус арки. Немного опустим вниз данную линию вот таким вот образом. Теперь применим модификатор Extrude. В Amount поставим произвольное значение, ну, к примеру, 1 метр. Далее конвертируем в поле данный объект и выделим следующее ребро. И нажмем вот такую вот кнопку Loop. И у нас сделается вот такое вот выделение ребер. Теперь зажатой клавишей Shift тянем вверх, создаем дополнительные полигоны. Далее сделаем объект прозрачным. Выделим следующие полигоны. И удалим их. Также выделим половину полигонов арки до середины и также удалим. Теперь создадим дополнительный полигон с этой стороны. Двигаемся мы вдоль рулетки. Зажимаем клавишу Shift и создаем вот такой вот полигон. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас в нашем объекте 7 полигонов. Подредактируем вершины следующим образом. Они немножко лежат неровно. Выделим данный ряд вершин. Теперь выберем инструмент Scale и по оси Z смасштабируем несколько раз, и тем самым наши вершины выстраиваются в одну линию. Еще несколько редактирований внизу. Должно получиться вот так. Далее расположим ребра параллельно вот этим швам на камне. Для этого выделим следующую вершину. В Edit Geometry поставим Constraints на Edge и сделаем вот такие вот редактирования. Теперь выйдем из выделения вершин и применим к нашему объекту модификатор Symmetry. Mirror Axis поставим на X и нажмем галочку Flip. И получаем вот такую вот геометрию. Теперь выйдем из изоляции объекта, посмотрим, как получилось. Спрячем ненужный объект. И далее добавим вот в этом месте полигон. Возвращаемся в Edit поле, выбираем следующее ребро, зажимаем клавишу Shift и... Но перед этим нужно снять ограничение Constraints, поставить на None. И теперь можем создать полигон. Также можно использовать привязку по вершинам.
и привязаться вот к этому объекту. Привязались к объекту. Теперь у данного зубчатого элемента скопируем модификатор shell и smooth. Нажимаем копии, выбираем нашу арку и вставляем данные два модификатора. Теперь выключим прозрачность в нашем объекте и посмотрим, как у нас получилось. Вроде сделали все верно. Еще немного подредактируем. Выделите модификатор Smooth и Shell в нашем объекте и сделайте cut. Теперь нам нужно удалить вот эту вот линию. Объединим вершины. Конвертируем наш объект в поле, конверту поле. Далее выделим следующую вершину, включим трехмерную привязку и привяжем вот таким вот образом. И объединим вершины. Нажмем Weld и здесь Weld. Теперь применим к нашему объекту модификаторы. Нажмем Passet и вернули модификатор Smooth и Shell. Теперь при необходимости вот здесь на стыках можно подредактировать геометрию. Выделим вершину, привяжем в нужное место и также здесь выделим вершину и привяжем. С редактированием мы закончили данного объекта. Теперь можно смело сделать коллапс модификатором. Теперь посмотрим, как это выглядит без вспомогательных текстур. Вот в этом месте нам нужно немножко углубить. Для этого выделим полигоны с обратной стороны, включим галочку Ignore Backfacing и сделаем выделение необходимых полигонов. Перейдем в проекцию вид сверху и сдвинем по глубине. Двигать мы будем вдоль рулетки номер 1. Выбираем Tape 0.1 и сдвигаем. Вернемся в проекцию перспектива и посмотрим это место. Немножко мы должны углубить следующим образом в геометрию здания. Выходим из выделения. Получилось достаточно неплохо. Посмотрим это место на фотографии. На фотографии видны отчетливо швы в этих местах. Это можно сделать текстурой, а можно и сделать геометрией. Сделаем это геометрией. Объект сейчас у нас как Editable Mesh. Конвертируем его в поле. Далее сделаем изоляцию объекту. Зайдем в Edge и выделим следующие ребра. Выделили ребра. Далее нажмем Loop. И применим Chamfer. Заходим в Chamfer Settings и значение поставим 0,06 метра. 0,06. Нажимаем ОК. Сделали Chamfer. Теперь зайдем в выделение полигонов и выделим следующие полигоны. Далее в Edit Polygons нажмем Extrude и значение поставим 0,01 метра. Нажимаем ОК. Теперь посмотрим на геометрию. Мы видим, что мы сформировали необходимые зазоры. И сделаем это еще вот здесь, такую же операцию Extrude, и здесь. Выделим
данные полигоны и нажмем Extrude и применим данное значение. При желании можно соптимизировать геометрию, объединить какие-то вершины, чтобы уменьшить количество полигонов, но при этом, конечно, не должна теряться форма объекта. Применим группу сглаживания, применим модификатор Smooth и поставим Auto Smooth. Выйдем из изоляции объекта и посмотрим, что у нас получилось. Теперь создадим декоративный элемент, который проходит в этом месте. На фотографии. Вот он. Он имеет обрыв в области этого окна. Создайте линию вот такого вида. Далее примените к линии модификатор Sweep и используйте профиль из библиотеки Shape 04B1. Далее создадим вот этот выступающий парапет. Создайте линию следующего вида. Вот здесь она обрывается и заходит в эту часть. Примените модификатор Sweep. Используйте форму Shape 06B1. Она имеет следующий вид. Далее создайте линию, находящуюся в этом промежутке. Примените модификатор Sweep и используйте форму Shape 05B1. Она имеет вот такой вот вид. Не забывайте использовать Sweep параметры смещения по X, по Y. Теперь создадим вот этот плоский парапет. Создайте вот такого вида линию. И выберите секцию бар, поставьте в параметрах по длине 0,65 метра и по ширине 0,07 метра. В Sweep параметрах по X поставьте смещение 0,035 метра. Теперь создадим вот этот тонкий парапет, который замыкает верхнюю часть нашего здания. Создайте вот такого вот вида линию вдоль периметра здания. И примените модификатор Sweep, используя секцию Shape 07B1. Это вот эта секция. В конечном счете мы получаем вот такую красивую геометрию. Теперь создадим арку для ворот. Для этого создайте вот такого вида сплайн. И примените модификатор Sweep. Секцию назначьте вот такого вида. Она также находится в библиотеке. Называется Shape 08B1.
У созданного сплайна интерполяция должна быть, шаг интерполяции примерно 6, так, чтобы линия смотрелась сглаженной. Далее применим к данному объекту модификатор Edit Poly и подредактируем геометрию. Сделаем вот в этой части шире. Зайдем в редактирование вершин, выделим следующую группу вершин. В свитке Soft Selection поставим галочку Use Soft Selection и фалов поставим примерно 3 метра. Далее выбираем инструмент Select N Uniform Scale и смасштабируем по оси Z. Теперь, не снимая выделения с вершин, применим модификатор FFD 4×4. Зайдем в редактирование контрольных точек, выберем следующие две точки и подтянем вниз. Далее выделим две верхние точки и при помощи инструмента Scale выберем Reference Coordinate System опорную рулетку и смасштабируем следующим образом. После того, как мы убедились, что с геометрией все верно, выделим объект и конвертируем его в поле. Теперь утопим в стену данную арку вот таким вот образом. Мы видим, что нам нужно подредактировать геометрию ворот. Выделим нашу арку, цоколь и также фасад здания, сделаем изоляцию и проработаем геометрию в этой части. Выделим фасад, далее выделим следующие вершины, используя опорную рулетку, переместим вершины вот таким вот образом. Также с этой стороны выделим вершины и переместим их. Также сделаем сверху. Теперь выделим саму арку, выделим следующие вершины нижней части и опустим вниз. Далее выделим фасад здания, выделим следующий полигон и удалим его. Теперь зайдем в режим выделения ребер и выделим вот здесь ребро и с этой стороны. Теперь в Edit Edges выбираем Chamfer Settings и поставим значение 1,2 метра. Нажимаем ОК. Не снимая выделения, сделаем еще раз Chamfer и поставим значение 0,4 метра. Нажимаем ОК. И при необходимости подредактируйте вершины, закрыв зазоры между аркой и проемом. Далее спрячем нашу арку и оптимизируем геометрию. Выделим следующую вершину, включим привязку трехмерную и привяжем вот в это место. Также с другой стороны. И теперь в этих местах
Объединим точки. Нажимаем Weld. Также с другой стороны. Сделаем выделение и нажимаем Weld. Теперь в Selection выбираем Border. Выделяем вот это ребро. У нас должно появиться вот такая вот замкнутое выделение. И теперь в свитке Edit Borders нажимаем Cap. Ну, тем самым закрываем геометрию. Ну и как обычно при помощи инструмента Slice или Cut разобьем на четырехугольники, добавим ребра. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Применим к нашей арке модификатор Smooth. Поставим Auto Smooth. Вот как выглядело без него, как выглядит с ним. То же самое сделаем для фасада нашего здания. Можно скопировать его с предыдущего объекта. Теперь создадим еще один декоративный элемент. Это вот этот декоративный элемент, который находится над верхним выступающим парапетом. А для этого я предварительно создал вот такой вот shape. Он находится у вас в библиотеке. Перейдем в проекцию вид слева, нажмем клавишу L. И придвинем данный шейп вот в это место, где должен находиться данный декоративный элемент. Сделаем изоляцию данного объекта. Интерполяции степс у нас стоит на 0, но при этом отчетливо видна форма наших изгибов. Далее переведем данный шейп в Edit поле. Щелкаем правой кнопкой Convert to Editable Poly. У нас шейп превращается вот в такую вот поверхность. Далее нам необходимо создать ребра горизонтальные вдоль объекта. Зайдем в редактирование вершин. Мы видим, где расположены вершины на объекте. Включим Slice Plane. Она должна находиться у нас горизонтально относительно объекта. Включим привязку. Привязка должна быть по вершинам. И установим вот на это место и нажмем Slice. У нас появился четырехугольник. И так вот до конца модели нам нужно нарезать по вершинам вдоль объекта на четырехугольники. Желательно, чтобы здесь не образовывалось трехугольников, так как мы потом будем применять модификатор Turbo Smooth. Продолжим добавлять ребра, привязываясь к вершинам. Необходимо не пропустить все вершины. Вот в конце модель должна выглядеть следующим образом. Далее применим модификатор Shell. Outer Amount поставим 0,3 метра. Модель будет выглядеть следующим образом. И количество сегментов поставим 2, чтобы посередине получилась вот такая вот полоса. Теперь конвертируем объект в Edit поле. Далее зайдем в режим выделения полигонов. Галочка Ignore Backfacing должна быть установлена. И выделим следующие полигоны сбоку объекта. Далее зайдем в Bevel Settings и установим значение High 0,05 метра и
Outline поставим минус 0,05 метров. Нажимаем ОК. Такую же операцию сделайте с другой стороны. Примените bevel. Теперь на данный объект применим модификатор Turbo Smooth и посмотрим, что получается. Еще необходимо сделать несколько редактирований. Отключим Turbo Smooth и вернемся к Edit поле. Выделите следующее ребро. Нажмите Loop. Появится вот такое круговое выделение. Зайдите в Edit Edges, Chamfer Settings. И значение по Chamfer поставьте 0,05. Нажимаем ОК. Далее выделим следующее ребро, включим луп и применим чамфер с тем же значением 0,005 метра и нажимаем ОК. Теперь возвращаемся к нашему модификатору Turbo Smooth и посмотрим, что у нас получилось. Вот мы получили такой high-poly объект, можно степень интерполяции повысить до 2. И получаем вот такое сглаживание. Выглядит достаточно неплохо. Однако на рендере у нас не будет такого близкого ракурса. В принципе, Turbo Smooth можно удалить и применить просто Smooth. Применяем Smooth и обязательно ставим галочку Auto Smooth. И объект у нас выглядит следующим образом. Нажмем F4, посмотрим, как это выглядит с сеткой. Такая вот лоупольная модель. Выйдем из изоляции и посмотрим, как данный объект будет смотреться со зданием. Выглядит хорошо. Сглаживание тоже неплохо смотрится. Еще раз сделайте изоляцию нашему объекту. Посмотрим еще раз на фотографию. Внизу мы видим вот такую вот консолечку. Сейчас мы ее сделаем. Предварительно создайте вот такую вот линию и примените к ней модификатор Sweep. Секцию используйте, название секции Shape 10B1. Теперь под консолью создайте Primitive Box с такими вот значениями. Длина, ширина 0,07 и высота 0,07. Теперь конвертируйте бокс в Edit поле, зайдите в редактирование вершин, выделите следующие вершины и смасштабируйте их следующим образом. Вот так. Мы сейчас формируем вот эти три декоративных элемента. Подтяните необходимым образом вершины. Далее подредактируйте при необходимости размер и скопируйте данный объект, зайдя в элемент, зажатой клавишей Shift, скопируйте как элемент два раза и получаем вот такой вот декор элемент. Еще немного можно нижние вершины подредактировать следующим образом. Далее выберите наш первый декоративный элемент. Вернитесь в свитки модификаторов к Editable поле. Зайдите в Selection элемент. В Edit Geometry выбираем Attach и сделаем Attach консоли и декоративным элементом. Далее вернемся к модификатору Smooth. Автоматическое сглаживание применено, но нам необходимо подредактировать Threshold немножко. Поставьте примерно 38.
Вот чтобы в этом месте появилось сглаживание. Выйдем из изоляции объекта и посмотрим, что получилось. У нас таких элементов с каждой части, с фронтальной и боковой части, по 4 штуки. Скопируйте их в нужное место. Скопируйте как instance и разместите следующим образом, как на фотографии. На этом наш урок закончен. К следующему уроку вам необходимо будет сделать домашнее задание. Задание номер 2. Смотрите видеофайл с домашним заданием. После выполнения домашнего задания мы перейдем к следующей части нашего курса. Это часть 4. Моделирование предметов городского окружения и деталей. К началу следующего урока вам необходимо сделать следующее. По первому зданию вам необходимо создать несколько дополнительных деталей. Ну, к примеру, вот такой вот декоративный элемент. Он достаточно простой, но добавляет деталь в нужном месте, как на фотографии. Далее необходимо сделать вот такой вот декор. Он также расположен здесь и здесь. Далее необходимо сделать вот такие вот накладки с этой стороны. Они имеют вот такой вот вид. И с фронтальной части это две накладки. Толщина у них небольшая. Буквально пару сантиметров. Далее необходимо сделать окна и двери для данного здания. Окна имеют следующий вид. И с боковой части вот такой вот вид. Что касается дверей, вам необходимо сделать ворота, ролеты. Они имеют 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких вот планок. Между планками есть небольшой зазор. Так как ворота у нас открываются и поднимаются вверх. Далее необходимо сделать два вот таких вот смотровых окошка. Можно сделать отдельными объектами. Теперь необходимо следующее сделать вот такие вот бордюрчики с двух сторон. У основания ворот вот такой вот элемент в виде прямоугольника. С боковой части вам необходимо сделать вот такую вот дверь. Ну и ступеньку. И еще несколько декоративных элементов. С фронтальной части это вот такой вот декор. Он достаточно простой, состоит фактически из боксов, немного модифицированных. Вот имеет вот такой вот вид. Такие вот две колонны простые. И подобного плана декор с боковой части. Вот здесь. Вот имеет вот такой вот вид. Буквально несколько рекомендаций по наращиванию геометрии в данном здании. Задача стоит следующая. Достаточно простыми элементами создать объем. Создать декоративные элементы.
Ну, к примеру, как создать вот такой вот элемент. То есть мы берем вот более простой элемент, созданный из примитива box, и редактируем его на уровне вершин вот таким вот образом. Далее редактируем вот эти вершины, изменяем наклон плоскости. Можно немножко шире сделать. Далее заходим в выделение полигонов. Выделяем следующий полигон. И в Edit Polygons нажимаем Insert. И, к примеру, поставим значение 0,004 метра. Теперь в Edit Polygons заходим в BL Settings и устанавливаем значение 0,01 в High и Outline ставим минус 0,01 и получаем вот такой вот вот такую геометрию со скосом. Можно ставить отрицательное значение, сделать вовнутрь углубление. В High поставим минус 0,01. Вот таким вот образом. И вот такими вот несложными методами создаем дополнительную геометрию для здания. Такие же операции Insert и Bevel я сделал вот для этого объекта. В нашем здании есть еще вот такая вот красивая решеточка на окне, декоративная. Я ее прикладываю отдельным файлом к данному уроку. Ну, если хотите, можете сделать ее сами. Теперь, что необходимо сделать в других зданиях. В здании четвертом вам необходимо сделать вот такой вот цоколь. Используйте sweep и форму shape 01b4. Из библиотеки. Далее, вот такой вот парапет декоративный. Также используйте sweep и форму shape 02b4. Теперь необходимо создать вот такие вот бордюрчики. Это также sweep, секция bar. Длина 0,14 метра и ширина 0,12 метра. И свои параметры регулируйте таким образом, чтобы он немножечко, чуть-чуть выпирал за фасад здания. Такой же бордюрчик создайте справа, вот в этом месте. И сверху на крыше. Вот здесь. В этой части и здесь справа наверху. И буквально два дополнительных элемента я создал для этого здания. Это такой вот перестенок, он очень хорошо виден на некоторых фотографиях. И вот такой вот бокс, скорее шахта лифта. Вот имеет вот такой вот вид. Теперь по второму зданию. Оно в принципе остается у нас без изменений. Единственное, что я добавил вот такой вот. Такую вот ступеньку. Она хорошо заметна на фотографии. И вот такие две колонны. Которые я скопировал с первого здания. Вот с этого места и немного модернизировал. Ну и по третьему зданию я создал вот такой вот декор из тех же элементов с предыдущего здания. Вот имеет он вот такой вот вид. Это четыре такие колонны с накладкой.
Торец здания закрыл вот таким вот прямоугольником. Он тоже хорошо виден на фотографии. И слева такой же элемент. В конечном счете сцена должна приобрести следующий вид. Буквально пару слов о оптимизации геометрии в нашей сцене. Все объекты, декоративные объекты, которые мы делали при помощи модификатора Sweep, это наши парапеты, цоколи, мы пока не конвертируем в Edit Poly, мы оставляем модификатор Sweep, так как в дальнейшем это нам пригодится при текстурировании. Единственное, что рамы окон, в принципе, можно конвертировать и объединить их.